Друзья, всем большой привет. Итак, вот здесь вот мы по вечерам сидели, чай пили. А может, и не только чай. Так. Сидели, отдыхали. Вот, еще раз говорю. Так мы близко еще никогда не жили. Минуты, наверное. Мы обычно выбираем жилье 3-5 минут. А здесь вообще за минуту можно дойти. Вот, давайте засечем. Вот, вышли из номера и идем напрямую на пляж. Вот. Все, давайте, всего хорошего. Всего, чего доброго. До свидания. Ага, спасибо, до свидания. Вот, идем. Ну, я, как обычно, быстро иду. Вот. Ну, нормально. Домик я уже поснял, вот гости приехали. Вот здесь такая беседка, там шашлык можно готовить. Вот. Выходим. До свидания. Вот место для парковки есть, сами видали. Оп. Вот выходим на центральную улицу, которая ведет туда, Черноморск, налево. А справа вот мы приехали. Вот спереди вот такой вот дом. Спереди. Идем на пляж. Вот. Проходим. Буквально чуть-чуть проходим. И вот уже море, сами видите. Вот, минуту ходьбы только до моря. Вот смотрите. Не больше минуты. Ну, я быстро иду, потому что, ну, вы за 2 минуты дойдете. Вот. Сейчас подснимем. Море сегодня вообще чистейшее море. И медуз нету. Ни одной медузы сегодня не было. Я специально снимал. Вот. Волны. Смотрите. Я сегодня, кстати, на маяк ходил купаться. Там вода теплее, хотя и волны, но вода теплее была. Правда, грязноватая, а здесь попрохладнее. Вот. Развлечений здесь вполне достаточно хватает. Столовый Марракеш там есть. Дискотеки для молодежи по вечерам. И что самый большой плюс, там пляж, атмосфера, мы мультики по вечерам смотрим. Смотрели, точнее. Вот. Ну все, как-то так. Нам очень здесь понравилось. Приезжайте. Вот. Там показывают мультики. Приходите с семьей. Вообще классно. И луна, и море. И кинотеатр летний. Ну все. Всем пока-пока. Берегите себя, приезжайте отдыхать. В межводные.